Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Stickware Legacy. Ну что, у нас новые 4 миссии, давай посмотрим. Ага, 253, 254, и так у нас до 256. Эх, елочка, ничего не даст мне. Ну что, поехали, будем опять же, ребят, начинать с харда. 11 очков у нас на улучшение, я, наверное, сделаю так. Улучшим этих добытчиков плюс улучшение. Да давай полностью мечников прокачаем и... Ну давай вот так вот еще сделаем. В принципе, я, наверное, готов. Уничтожить статую врага. Так, давай-ка мы, наверное, быстренько еще одного, даже двух добытчиков сделаем. Сразу с великана начинают. Слушай, ну это... Это, блин, несерьезно. Ну, правда, великан травник. Ну, я называю броню травник. Блин, офигеть. Пошел лупить. Я думаю, может быть, нам нужен лучник или нет. Нам, наверное, пригодился бы, наверное, маг, скорее всего. Пускай они тут пока копошатся. Да? У нас там как, добыча идет нормальная? По золоту. Сколько добывается? Сейчас посмотрим. Так, по 160 он добывает. Слушай, я, наверное... Блин, а у него лучники будут, интересно? Не вижу, вижу только одних пока мечников и копейщиков. Лучники 100% здесь будут не актуальны. А вот маг, маг, скорее всего, нам пригодится. Во-первых, ребят, у него массовая атака, это раз. Во-вторых, последователи, которые будут хоть как-то мешать этим супостатам. Так что давай, наверное, сделаем. Великанов у нас тут нету, недоступны, да, получается? Перки, перки у нас... Да нет у нас, в принципе, тут ничего из перков. Так что рассчитывать особо не на что. Наверное, надо было мне все-таки им прокачать скорость. Ну, видишь, вот он. Но он, видишь, не прокачанный. Лучше, наверное, все-таки делать мечников. Почему, ребята, мечников? Воу! Все-таки у него есть лучники. Ты посмотри, как он тут 3 часа пыхтит. И как мы с тобой разносим. По-моему, ощутимая разница, тебе не кажется? Так, слушай, подожди, мы пока это трогать не будем. Пускай этот, он уже тут сам раз... Че, там еще лучники, что ли, у него? Блин, там еще лучники прибыли. Твою налево. Че, придется нам тогда тоже лукарей. Но они не прокачанные, блин. Сколько у меня добытчиков-то? Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Четыре добытчика. Немало ли, может быть, давай еще одного закажем. Один лучник. Так, они... А! Вот они как. Они, значит, пробили и идти не собираются. Но нам-то надо уничтожить статую, насколько ты помнишь. Поэтому мы сейчас, наверное... Наверное, я первым, ребят, попробую на них напасть. Да, без потерь не обойдется. Это явно. Так, слушай, а мы, может быть, великана сейчас запинаем ему? Лучник там один, бедолага, блин, бомбит. Слушай, смотри, мы сейчас ему... Давай тогда бомбить, раз уж такое дело пошло. А он, наверное, сейчас подкрепление вызовет. Наверное, слишком мощное. Это все, что у него было? Понятно. Ребята, он не успел ничего построить, как ты видишь. И мы тут просто раскромсали ему все. Все, что у него там было. Да. Шикарно. Хотелось бы получить, конечно же, сундучок. Так, друзья, ну что, переходим на 254-ю миссию. Дожить до заката. Так, дожить до заката. Давай быстренько улучшим наших мечников. Наверное, скорость я все-таки улучшу. И чуть-чуть добычи. Посмотрим, кто на нас будет нападать. Вот что меня больше интересует. Так, эти идут. Я им прокачал скорость. Что? Какую он мне помощь? Я никакой помощи не вижу. А, вижу, вижу, он дает мне в помощь копейщика. Капитона, чтобы быть точнее. Так, давай-ка пока вот так вот сделаем.
Они у нас сколько? В тот раз по 160 носили, а сейчас посмотрим сколько. По 120. Пока тишина. Мне просто надо узнать, кто хотя бы будет на нас нападать. Опа, опачки. С такими вот секирами. Нет, это не секиры, ребята, это серпы, скорее всего. Что за аборигены, а? Скажи-ка мне на милость. Дай-ка я лучничка одного сделаю. Вот, посмотрим. Ватники, понятно. Но тем не менее, друзья, расслабляться не стоит. Наверное, будем еще делать великана. Я не знаю почему, но мне кажется, что без великана, ну, ребят, тяжеловато вообще играть. Почему великан берет на себя роль, так сказать, танка? Все на него нападают, соответственно, начинают его бомбить. Вот, опа, опа, пулечки. Блин, что за... Это какие-то индейцы. Ребят, какие-то самые настоящие индейцы на нас бегут. Блин, надо нападать, иначе они нас тут издалека расстреляют. Ого! А как стрелки-то они очень мощные. Не-не-не, идем обратно. Блин, давай срочно великана делать. Великан же опять не прокачанный. Слушай, тут, наверное, было, надо было копейщиков делать. Наверное. Я не уверен. Точно, надо или не надо было. Маг со своими послушниками тоже бы здесь не помешал бы. Да что ты... Оу. Так, ну у него лучше, ребят, получается эти лучники. Ты посмотри. Просто вырубают. Да. Значит, а я капитонов-то и не прокачивал, да? Капитоны. Блин, он так будет выносить моих всех этих. Ну, мы можем, конечно, брать количеством. Но ты не забывай, что у него армия все больше, больше и больше будет. А, скорее всего, там еще и великан в конце подойдет. Дай-ка я еще, наверное, двух рабочих сделаю. Да. Проблема. Опять. Пошли. Видишь, они издалека начинают бомбить. А мой лучник-то хоть там стреляет, я ее не вижу. Может быть, лучников наделать. Но опять же, лучники не прокачанные, фиг ли от них толку-то. Ах, ладно. Ну, видишь, потери какие. У нас два бойца, а у них, считай, отрядик целый. Опять он отправил мне. Мне кажется, в конце что-то серьезное выйдет. Как это обычно бывает. Что-нибудь такое жесткое. И великана. Очень быстро ушатывают великана, потому что, ребята, они в него чисто метят. Были бы прислужники бы у мага, потерь было бы меньше у нас. Можно, конечно, хильнуть. Ну, отлично. Захиляли весь отряд свой. Нормально. Так, ну что, давай все-таки я возьму, наверное, вызову мага. Хотя, если на него лучники сагрятся, ему здесь будет не сдобровать. Бегут. Че, уже, что ли, попадают? Блин, они за километр бомбят. Хотя мои лучники тоже нормально их пробивают. Так, сколько там? Солнце уже почти, ребята, село. Нам же до заката нужно, да? Продержаться. Так что держимся. А сейчас, наверное, будет последняя волна идти. Я думаю, что я готов. Хм, вот. Я же тебе говорил, что пойдет великашка какой-то. Ну, это даже не великан, это просто здоровячок, так скажем, вылез. Погнали. Жалко, конечно, что сейчас уничтожат мне моего великана. Ух. Правильно, правильно, не давайте ему спуску. Отлично. Ну вот,
Вот и результат, ребят. Конечно же, победа. Слушай, а возможно, мы получим сегодня сундук, кстати. Так, эта миссия тоже покорена, поэтому переходим на 255-ю. Пережить ночь. Опа, 17 очков. Значит, что-то будет здесь, наверное, серьезное. Ладно, прокачиваем в первую очередь наших добытчиков. Так. Пум-пум-пум. Вот здесь, не знаю, давай, наверное, великана. Великана и немножечко мага. Типа готов. Раз, два, три. Ух ты. Фига тут. А, мертвецы будут. Ё-моё. Блин, и поле боя-то. Твою дивизию. Ладно, давай хотя бы быстренько вызовем с тобой мечников. Вон они уже идут. Вот мне не нравится, что мои вот здесь вот посередине прям поле шоркаются. Почему? Потому что сейчас, если зомби пойдут, они, естественно, в первую очередь будут моих добытчиков здесь хавать. Поэтому давай-ка, наверное, еще и лучников закажем, чтобы их уничтожать на подступе. Придется бомбить. Заранее, так скажем. Лекари, вы не лезьте, пожалуйста, сюда. Стойте там, где стоите. Так, давай назад, назад, назад. Добытчики, вы долго, долго вы что-то добываете. Долго очень. Великана надо делать. Надо делать, друзья мои, великана. Почему? Потому что, во-первых, он прокачан у нас. И он будет очень... О! Вот этого я и боялся. Успеют ли мои отхилять? Вот в чем вопрос. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да что они там? Не шевелятся-то, блин. Отступаем назад, ребят, отступаем назад. Потому что ну, тут их дофигища что-то. Лекари нельзя потерять тоже. Так, великан, где он там идет? Так, мои отхиливают. Отхиливают. Лучники начинают бомбить. Один, что ли, у меня? О-о-о! Зашибись. Я думал, тут будет только нежить. Ага, только нежить. Как же только нежить. Блин, горелый. Да что ж ты будешь делать? Давай, лучник, где ты там? Один лукарь всего лишь у меня. Но мы завалим. Мы завалим этого великана вражеского. Давай, давай, давай бомбить. Сейчас же еще зомби будут вставать же, точно. Да как вы долго добываете это? Я не пойму, чего так долго-то, блин. Отходим. Отходим, отходим, отходим. Блин, они отравляют. Давай мага еще закажем. Опять же, маг не прокачан, не шиша. Блин, они сейчас будут плевать. Нет, маги, конечно, там залечивают. Пытаются залечить. Опять. Меня вот это вот бесит, вот серьезно тебе говорю. Меня вот это вот раздражает. Мало того, что здесь зомби, они еще сами превращаются потом в зомбарей. Маг, ты где? Где мой маг? Я его не вижу. А, вон он идет, старый пердун. Че, вот здесь вот будем стоять, что ли? Я не могу понять. Там еще этот. Там у них капитан еще был. Вот, нельзя, ребята, подпускать к нашим магам. Фу, уцелели. Еще один великан на выход. Ты нам нужен. Ты нам нужен здесь, на передовой.
Вот так тогда и будем здесь стоять, просто чтобы они не приборзели вообще тут в корень. Пускай только рыпнутся, сразу же будут получать звездюлей. А ночь-то когда закончится-то? Ночь непонятно, когда закончится. Когда-нибудь, да? Ну, два великана это уже хорошо. Два великана это очень классно. Сейчас еще армия лучничков небольшая подбежит в виде трех. Мне кажется, здесь должен будет великан зомби идти. Ну, маг, как наяривать там бомбочками с ними. Круто же. Я вот думаю, наверное, еще, наверное, закажу одного мага. Ну и остальное у нас пойдет на мечников. Так, раскромсали. А, все, фулл армия. А я тебе говорил, что пойдет какой-нибудь зомби-великан. Вот тебе и зомби-великан. Ёх, мокрый, нифига. Давай, 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 лупашим его. Ой, сейчас взмахнет. Что там делать, не пойму я. Тьф, нифига он моих этих. Все, нет? Что там? Да он должен уже все, ребят. Должна быть победа за нами. Или еще кто-то будет? Неужели еще кто-то придет? Блин, давай-ка я еще великана, наверное, одного закажу. А, закажу, конечно. Еще кто-то будет. Угу. Раз, два, три. Три. Они сейчас это, потом превратятся в мертвецов, да? Будет три здоровых зомбаря. Окей. Давай, давай, пинай, пинай их. Вон они, зомби эти. Мои маги подошли сюда поближе. Ну, в принципе, правильно. Чтобы всех хилять. Ну, давай вот этого последнего там, он вдвоем там ползут. Рахиты эти. Мозги наружу, он там. Ползет он. На, лети. Со стрелами в голове там. Ползет. Дайте хлебушка. Да, на тебе хлебушка. Все, друзья. Отлично, победили мы здесь. Так. Окей. Ну что, переходим на последний этап. Это 256-й. И нам нужно уничтожить статую врага. Попробуем на инсайте. Но мне кажется, вряд ли, конечно, тут у меня получится на инсайте там. Готов. На невозможном это очень, ребят, сложно играть. Даже... Так, 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 ага. С этими олухами мы уже встречались, я помню. Блин, сейчас будет косить моих солдатушек. Воу-воу-воу-воу-воу. Да твою налево, блин. Здоровски. А ты-то что встал-то? Блин, я даже не знаю, что тут.
будет проблемно. Очень, друзья мои, будет проблемно. Зря я взял этот невозможный уровень этот. А что у них вот такое? Видишь, там какой-то... На, правильно, вот так вот им. Уходим, чтобы по нам... По нам и так идет обстрел. У меня добытчиков не осталось. Два всего лишь. Так, ребят. В атаку. Нормально. Просто взяли, запинали им всем, всех добытчиков. А нефиг ибо лезть. Правильно, так и надо. Вот я думаю, может быть, раз, два. Блин, а надо бы тут статую врага, не знаю, как уничтожить. Лучников нам, что ли, как-то надо сделать, что ли. Было бы тоже неплохо, в принципе, лучники, да? Что-то у него даже этих нету, прикинь. Добытчиков, он даже их не вызывает. Он даже их не вызывает. Раз, два, три. Так, дай-ка я еще двоих, наверное, все-таки сделаю. Это что за супостат бежит? Наверное, все-таки надо будет еще лучников сделать. Раз, два, три, четыре. Четыре добытчика, пять, шесть. Шесть. Шесть добытчиков, это хорошо. Шесть добытчиков, это хорошо. Сейчас небольшую такую армию сколотим себе. Странно. Неужели у него золото кончилось на добытчиков? Не похоже. Ну что ж, я тогда буду сидеть ждать. Я хочу, наверное, попытаться сделать великана. Нужен ли он мне? В принципе, нужен. Или лучников сделать? Давай лучников, наверное, все-таки. Им далеко идти. Видишь? Опа, 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 опа. Уже бежит голодранец. Да. Такой хоп, назад побежал. И не успел. Так и надо. Этим щеглазадым. Весь рудничок наш будет, да? Все золото наше будет. Никого не подпустим к нему. Но один лучник в поле не воин. Мы это все прекрасно знаем, поэтому надо еще, наверное. Ну, четыре лучника как минимум, ну чтобы был. Хоть этот, вот этот ряд. Ряд лукарей. Так, 160 несет. Оп. Делаем лучника. Там еще сейчас на второго лучника у нас созреет. Голдушка. Тишина. Никто не идет. Так. Идет, бежит. Но лучники это несерьезно. Урон лучников это несерьезен. Здесь, в нынешней ситуации. Я вот думаю, может быть... Давай, наверное, мага закажем. Или все-таки армию этих. Ну, копейщики, сам знаешь, они хороши. Но если здесь выйдет какой-нибудь здоровяк, то он может наших всех этих воинов просто разнести в хлам. Сейчас накопим, короче, полностью... 50 из 50, ну и побежим на него. Ну куда ты бежишь, а? Хмырь, куда ты вот бежишь? Не, лучники тут несерьезно. Такой мизерный урон. Мне не нравится такой расклад. Поэтому все-таки я предлагаю заказать нам мага. Одного. И одного великана.
Они не прокачаны, слабенькие, но все-таки хоть какое-то подспорье. Пока мои мечники будут там кого-то рубашить, они хоть как-то будут отвлекать на себя внимание. Я думаю, это будет справедливо. Так, несет. Окей, заказал. И одного мага, как я уже говорил. Потому что это уровень сложности невозможный. И здесь, если выйдет здоровяк, поверь, нам будет очень сложно. Мы с этими-то еле справляемся, с обычными солдатами. А если выйдет здоровый какой-нибудь, то он может нас тут покосить, покромсать с полтычка. Я просто нападаю, потому что он может напасть на моего добытчика, и я не хочу его потерять. Так, великан прибыл. Замызганный великан. А мага я не заказывал, да, еще? Мага нет у меня. Значит, заказываем следующим мага. Ага, вот и маг сейчас у нас появится. Ну, остальное, я думаю, наверное, будем... Все, тут у нас фул. Скоро будет фул армия. Ты представляешь, если бы у меня великан был бы вот в топовой броне, вот в этой. Ох, он бы тут вообще кромсал бы налево и направо. Но, к сожалению, у меня такой брони нету. Мне вообще повезло, когда я в свое время только начал играть, мне выпала вот эта вот броня на наших мечников. Сразу же. Бежит. Мне кажется, можно нападать. Ну, я имею в виду уничтожать статую. Погнали. Сейчас посмотрим, как это будет выглядеть примерно. Лучники, он наносит урон вообще мизерный. 3 единицы, это никуда не годится. И сколько эти? По 48, 50, по 19. Это другой разговор. Просто в труху. Камни. А вот... Оу! А чего? Чего он там? Он луч активировал, прикинь. Он всех и добытчиков сразу вызвал, прикинь. Правильно, мечники. Нечего им тут давать. Ай, красиво. Как мы тут... Что тут происходит, не могу понять. Просто затыкивает чуваку. Блин, молодцы, красавчики. Ты посмотри-ка, а. Найс. Мне понравилось. Мы еще и сундук с тобой зарабатываем. Вообще великолепно. Ну что, друзья, 256-я миссия, как ты видишь, у нас пройдена. И пошел-ка я за сундуком. Хочу сундук забрать. Так, где он там? Подожди, какой открыть сундук? Вначале нужно его забрать. Сундуки. Вот он. Открываем. Близко. Эх, опять. Опять не повезло, ребята. Я все надеюсь получить какую-нибудь суперскую броню, но видишь, не везет. К сожалению. Ну что, друзья мои, на этом я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам.